Вожатые смены встретились с руководящим составом центра, заместителем директора ВДЦ смены Максимом Новиковым, советником директора Алексеем Резником и заместителем начальника методического отдела Вероникой Ивлечевой. Они подвели итоги президентских состязаний 2016 и пообщались с вожатыми. Наверное, сейчас у каждого из вас крутится там где-то в голове эта лента, и мелькают лица детей, лица друзей, события, которые происходили. Может быть, даже чуть-чуть мелькает кусочек моря, который вам удалось посетить. В любом случае, это время, проведенное здесь, в уникальном месте, таком, каким и является Всероссийский детский центр «Смена», для вас останется незабываемым. Вожатые каждого лагеря подготовили небольшие подарки. Команда от «Лидер смены» показала видеообращение, где ребята выразили свою благодарность центру. Спорт, нарисовали плакат, пожелания смене, арт и профи подготовили номер. Они исполнили песню. Не разойтись, нам никогда на небе встретимся мы снова, мы снова. Ведь мы же все с тобой, друзья, у нас у всех одна дорога, дорога. Заместитель директора ВДЦ смена Максим Новиков и советник директора Алексей Резник поблагодарили вожатых. Спасибо, конечно, вам всем огромное, потому что эти слезы детей, которых вы видели, когда дети уезжали, их крики «Мы не хотим отсюда уезжать, оставьте нас здесь, мы будем здесь жить», это, конечно, эмоционально, это искренне, потому что это дети. Это значит, что именно вы смогли создать для них здесь семью. Вы, уходя, уезжая от нас, стали еще более профессиональнее, стали еще более добрее, умелее. И все эти знания вы дальше понесете в жизнь. Мы очень хотим вас увидеть в следующем году. Ректорам университета вручили благодарности. Анжела Булах, вожатая лагеря спортсмена, работала на президентских состязаниях. Это, мне кажется, это такое грандиозное событие для всех школьников, для всех людей, которые сюда приезжают. Впечатления самые позитивные, эмоции просто зашкаливают. Я могу с уверенностью сказать, что я это лето провела крайне приключенчески.